Я родился в городе Чимкенте сам. Отец у меня тоже спортсмен, боксер тоже. У нас в семье отец, мама, сестренка. Но уже пополнили мне тоже в семье, женился, жена уже. Вот. Племянница есть. Вот, ну, семья еще маленькая. Ну, что еще сказать? Сам начал футбол с первого класса. Начал во дворе играть в первую очередь. Я жил рядом стадион, ну, около стадиона рядом, Кожмухана. Ходил каждый вечер, собирались вечером, играли. Ну, как дворовой футбол был у нас. Потом начали играть между школами, классами. И так и во втором, первом классе начал уже заниматься на стадионе уже. Да, первый тренер был у меня Кенжибаев. Ну, там занимался у него 3-4, ну, 4-5 лет занимался. Потом меня перевели в Озьдешор 89 город, ну, сборная Чимкента 89 был. Там тренер был Аульбек Дербисбаев. И так мы занимались до 11 класса. Вместе были все. После Спартакиады меня забрали в Алматы ФШН, футбольную школу молодежи. Там главным тренером был Евгений Иванович Кузнецов, которого все знают, многие футболисты, я думаю, в Казахстане. У многих он выпустил большой футбол, и он дал мне тоже дорогу туда. Ну, я там был 2 года, через 2 года меня подготовили и отправили в Кайрат. Вот первый у меня клуб был Кайрат Алматинский. Там год отыграл, потом забрали меня в Астану Локомотив. Там 1,5 года побыл и ушел в аренду в Акжепес. Там полгода отыграл, показал себя, и потом приглашение было в Чимкент. И до тех пор вот в Чимкенте я уже нахожусь. Вот в этом году, дай Аллах, будет 7-й год. Сложно было показать себе, наверное, это в первую очередь волнение, тогда кто молодой был, все равно как-то скованный был, переживал за все. Ну, сейчас такого уже нет вроде бы. Боязни никого никакого нету, наоборот, стремление вперед и вперед. Ну, не знаю, честно, может, ну, это все вопрос тренера. Ну, я работаю, как всегда, на все 100%, но это от меня не отнять. Ну, все решает тренер, я считаю. Значит, я слабый, может, в данный момент был, может, из-за этого, может, сижу. Но все равно я буду доказывать. Это я для себя, у меня всегда цель. Доказывать, доказывать, доказывать. Все игры там сыграл. И в Лиге Европы сыграли. Первый дебютный матч был тогда у меня. Помню это с Ягодиной, когда тут поехали в Сербию и 1-1 сыграли. Проигрывали 1-0, сравняли 1-1. Ну, хороший год был. Но этим годом-то все равно год не останавливается, я считаю. Значит, надо дальше работать, чтобы еще лучшие года были впереди, еще, я думаю. За счет дисциплины, наверное, все команды этого к этому шли и к этому все стремились. Но это первый раз в Южно-Казахстанской области такого никогда не было. Я считаю, это Ордабасы кубок и суперкубок взяли, я думаю. Но это не только наши. Это общая победа всей нашей города, Акима и до тренеров, до массажистов, до президента, я считаю, всех заслужили этот кубок и суперкубок. Хотим уже второй, третий год уже четвертым идем. Но в прошлом году одно очко нам не хватило. Ну, не знаю, где-то очки потеряли, где-то набрали. Ну, так получилось, что мы 4-е место заняли. Но охота была, честно сказать, 3-е место, потому что это для Чимкента было большое счастье, я думаю. Но еще, думаю, впереди, в этом году, может, дай Аллах, все получится, чтобы мы эту задачу сделали в этом году. И все получилось у нас.
этому будем стремиться, и коллектив наш так собрался, очень хорошие пацаны все. Ну, я думаю, получше в этом году, дай Аллах. Даже можно и прыгнуть выше даже. Я думаю, концентрации не хватило. В конце, особенно последние игры, это с Акжетпесом. Нам надо было там выигрывать хоть как. Ну и домашняя игра с Павлодаром, которую мы провалили, я думаю, считаю, игру. Это сами виноваты футболисты, я так думаю. Это мое мнение. Ну, должны были третий все равно взять, потому что у нас большой шанс был, это честно сказать, я не знаю, раз в 10 лет может приходить такое, что, ну, я так думаю. Ну, конечно, вас сильнее, потому что легионеры сильные у них. Ну, все там, ну, во всем они сильнее, потому что они к этому идут. Все у них, ну, все для футболистов все есть, я считаю. База и медикаменты и все. Ну, все. В этом году, да, Аллах, у нас тоже уже все хорошо к этому идет уже. Мы уже шага 2-3 уже вперед сделали насчет этого. Ну, за счет легионеров, у них легионеры сильные, ну, сами видите, там кто играет все. Аршавин, Тимощук был, в Астане Максимыч, Канец. Вот Танат был, вот к нам тоже перешел он. Вот, я думаю. А кто взгляд? Мы зато Кайрат ни разу не проиграли в этом, в прошлом году. Мы 8 очей мы у них сами забрали. Я считаю, Кайрат сильнее. Не знаю, мне больше их игра нравится. Почему? Ну, комбинационно больше играют. Астана, я считаю, за счет дисциплины. Сдержанные все из-за этого, я так думаю, у них получилось. Но в этом году, я думаю, уже по-другому все будет. Кайрат сильнее, я думаю, Астаны. Летели долго, во-первых, тоже. Ну, это не оправдание, что мы туда долго летели. Но не знаю, что-то у нас ничего не получилось там. Пропустили такие голы, и судья им больше, ну, я сказал, тоже и судья им помог. Ну, потому что они не любят, что летать в Казахстан, долгие перелеты, я думаю, больше европейским клубам они помогали, я считаю так. Когда дома играли, ну, мы 3-0 проигрывали там, хотели забить тоже по-быстрому, и получили до 20 минуты 3 гола. Для нас был этот большой шок. И мы также не останавливались и пошли вперед. Ну, забили 3, и так и 3-3 закончили матч. Ну, пару раз, когда я в Болючем играл, когда в Лиге Европы тоже опорненько 2-3 игры сыграл. Но до этого крайнего всегда играл. Ну, вот начал сейчас на сборах ставить сейчас опорника. Но все равно я лучше чувствую себя в краю защиты больше. И уверенность там побольше, я думаю. Потому что я привык, я всегда там играл в краю. Вот. Тренироваться больше и играть. Это цель для меня, попасть тоже в сборную. Я очень честно сам хочу этого. И хочу к этому прийти, и хочу честь нашего Казахстана защищать тоже, флаг за собой таскать, гордость была всегда. Ну, в этом году, я считаю, надо побольше играть и хорошо тренироваться, и без травм в этом году было. Я с ним не работал, первый раз с ним работаю, с Алексеевичем. Ну, до этого в Кайрате был. Ну, я когда мы уже детьми были, смотрел так за играми. Ну, недавно пришел, но я сейчас не могу так сказать, что все. Вот. Ну, пока нравятся игровые маленькие игры, ну, меньше паузы, все активно, быстро-быстро. На касание 2-3, на третьего играем. Ну, так мне очень нравится. И пошло интенсивные тренировки.
Ну, всем нравится, пацанам. Не, были-то, но это уже все в прошлом. Но я всегда думал о своей команде. Это родной клуб, то все равно считаю, свой родной город, Чимкент. За него биться это намного лучше, чем у других клубов, я считаю. Родина, СВ как родина. Больше близкие, родные переживают. И ради болельщиков наш, который нас любит очень, которые они очень амбициозные, считаю, горячие, южные. И охота за них тоже биться и вперед идти, третье место брать. Ну, не только третье, второе и первое было в будущем у нас. Потому что народ, я считаю, с каждым годом в Чимкенте много и много становится их. Тренироваться лучше, все вместе дружно было, коллектив был. И все в одном направлении, думаю, все должны идти вперед только. И дай Аллах, я думаю, получится у нас все. Ну, Гафур-то играл тоже сборная, я считаю. Хороший год у него получился. Он был в форме, я думаю, я считаю. Ну, доверяли ему тренер, я считаю. Есть никакой, честно, зависти, такого не было. Я, наоборот, радовался, что у него тоже хорошее. Но я тоже подтягивался, для меня тоже это стимул, чтобы не останавливаться в жизни. Как некоторые тоже останавливаются, что забывают, ой, все, я не буду играть, и все. Бросают лопату, и все, да, заканчивает. У меня такого нет, у меня, наоборот, вперед, всегда было вперед. Отразилось, но не хватало их все равно. Ну, я считаю, это для Азата, я считаю, был, ну, хотел в Лиге Европы, Лиге Чемпионов поиграть. Как он сам мне говорит, это же один раз в жизни мне приходит такой шанс, я должен использовать. Ну, я рад за него был. Но мы с ним разговаривали, до этого он мне говорил все. Но я был рад, что он сам такое решение принял, сам пошел туда. Вот. А за Гафура тоже рад очень, что он пошел в Кайрат. Клуб тоже очень хороший, амбициозный. Но я считаю, все получится у него дальше. Но я желаю им обоим, все у них было хорошо и без травм. Остальное, я думаю, все в жизни ерунда. Тренируется хорошо вроде бы. Я могу отметить там Мухита, который, говорит, Гранаткин играл. Очень, говорит, такой быстренький. Ну, я считаю, еще ему надо работать, заниматься. Вот. Ну, вот Сагат, кажется, парень тоже очень хорош. Ну, все молодые чемпионы всегда были хорошие ребята, я считаю. Тренировались, желание было всегда. Стремились, самое главное, и не смотрели на других, там, как тот, как занимается, тот. За собой следили, после тренировок оставались, работали всегда над собой. Это самое главное, я считаю, у нас в Казахстане такого мало, что многие над собой работают. Надо больше времени на себя уделять, потому что это они выбрали этот путь, я считаю. Чтобы у них было в жизни все было хорошо, я думаю, считаю, надо тренироваться побольше, время уделять на себя и не смотреть там на улице, там, гулять. Выбрал, значит, до конца надо идти к этому цели. Нашел свою половину, женился, семью свою создал, ну, пока еще маленькая. Ну, дай бог, я думаю, пополнение же будет. Самое важное, это моя семья, я считаю, в первую очередь. Потом уже футбол уже. Не, хорошо, но отец мне, для нее это вообще очень плохо, я считаю. Скучает. Ну, это первый год, потому что первые мои сборы, когда она дома, я здесь тренируюсь. Ну, привыкать.
привыкать будет, потому что это жизнь. И мы так и зарабатываем, надо тоже семью кормить и к этому стремиться. А должна всегда поддерживать, я думаю. Ну, я думаю, жена так все понимает, ну, все терпит ради меня, ради нашей семьи. Болельщиками могу сказать, всегда они за нас болели, хоть какой не был результат, были за нас, болели всегда. Все шли к одному целью. Ну, хочу болельщикам пожелать, чтобы они как в Турции болеют, так полными стадионами, там прям гимн своей команды полностью пели. Хочу им пожелать, что такое всегда было у нас так же. И мы же сделаем все, что у нас в руках. Ну, насчет у нас получится в руках. И на тренировках, на играх, чтобы мы радовали их всегда.